Российская сборная России по гандболу пользуется огромным уважением в мире, что подтверждает приглашение нашей команды на один из самых престижных товарищеских турниров на планете – Кубок Мебель-Рингена. Россия участвовала в этом соревновании 9-й раз и побеждала здесь в 2001 году. На этот раз наши гандболистки стартовали матчем с хозяйками турнира – норвежками. Регалию соперниц не перечесть, чего стоит только один титул действующих олимпийских чемпионок. Разумеется, на бумаге именно хозяйки считались фаворитками. Тем не менее, команда еще не находится в оптимальных кондициях, что нивелировало разницу в классе. Норвежки предложили россиянкам классический скандинавский гандбол с быстрыми переходами из обороны в атаку. Наши играли несколько медленнее, пользуясь превосходством в габаритах своей задней линии. В итоге козыри противоборствующих сторон наложились друг на друга, и товарищеский матч завершился ничьей 26-26. Лучшая у россиянок Екатерина Ильина с 6 мячами.